Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Верность ТВ, то есть верновцы. Сегодня будет небольшой ролик, но крайне важный, и будет опрос. В связи с чем мы долго думали, практически год. Об этом всем еще более подробно расскажет Дмитрий Сергеевич. Мы будем переезжать на новый YouTube-канал. Совершенно новый откроем. И нам очень важно его грамотно и правильно назвать. Поэтому нам нужна очень ваша помощь. Как вы считаете, нужно назвать новый канал? Можете подумать, написать ваш вариант, можете написать несколько. То есть все равно из чего-то сложится пазл. Сейчас у нас есть одно предложение, но мы не уверены и хотим все-таки дополнить. То есть одно слово наверняка есть, и мы хотим дополнить еще, либо вообще изменить. Может быть, кто-то предложит кардинально такую крутую идею, что благодаря вам откроется новый канал, который все-таки начнет расти, наберет больше 100 тысяч подписчиков, 200, 300 и так далее. Немножечко поменяется формат, но опять-таки об этом всем расскажет Дмитрий Сергеевич. В плохую сторону ничего не поменяется, мы станем только лучше, поверьте. Нам очень важно ваше мнение. Почему все это произойдет, смена канала, расскажет Дмитрий Сергеевич завтра, либо послезавтра. А мы ждем от вас комментариев. Спасибо большое. Ты моя моральная поддержка, да? Арчучка, дай пять. Молодец. Молодец. Хорошо снялись. Молодчина. Дай 10. Давай 10. Молодец.